Я люблю с мамой гулять, рисовать, печь торты, готовить, сделать ей домашнее задание. Я люблю делать с мамой, готовить, делать домашнее задание, печь пироги, пончики. Мы любим с мамой смотреть сериалы, готовить. Любим с ней погулять, сходить. И я люблю помогать маме смотреть за маленьким. Я с мамой люблю читать, писать и считать. Я с мамой люблю по парку ходить. Мы с мамой любим убираться, мыть посуду. Я люблю с мамой ходить в кино. Люблю смотреть телевизор с ней, читать, писать. Я люблю с бабушкой пылесосить и мыть посуду. Я люблю с мамой читать, писать, разукрашивать, ходить в кино. Я люблю с мамой убираться по дому. Я люблю с мамой тортики печь, убираться. Самая заботливая и нежная. Мне с ней хорошо. Моя мама самая умная, красивая, добрая, хорошая, трудолюбивая. Моя мама самая добрая, красивая, милая, трудолюбивая. Моя бабушка самая добрая, самая красивая. Моя мама добрая, красивая, ласковая. Моя мама самая лучшая, самая красивая. Моя любимая. Моя мама красивая, милая, добрая. Моя мама хорошая, добрая, красивая, ласковая и умная. Моя мама самая красивая, добрая, ласковая и самая любимая. Моя мама добрая, хорошая, красивая, ласковая. Моя мама самая умная, умная. Самая красивая и ухоженная. Семнадцать – это самый лучший праздник на свете. Моя мама всегда счастливая на этот праздник. Ей всегда дарят цветы и открытки. День матери – это самый лучший день. Мама всегда радостная. Она любит этот день. Как и я. День матери – это когда мама всегда радостна, маме дарят цветы. День матери – это когда все маму поздравляют, дарят подарки. День мамы – это когда поздравляют бабушек, мам, когда им дарят цветы, подарки. День матери – это когда мам поздравляют, дарят цветы, подарки, открытки. День мам – когда дарят подарки, цветы и открытки. День мам – это когда дарят подарки, цветы и открытки, когда целуют маму. День матери – это когда дарят подарки, открытки, целуют их. День матери – это когда любят, целуют, открытки дарят, цветы. День мамы – это когда целуют, дарят подарки, помогают,